Планируемый бюджет Кургана на 2011 год будет на 822 миллиона рублей меньше нынешнего. Депутаты надеются, что это не помешает воплотить в жизнь запланированные программы. Это вызвано двумя причинами. Во-первых, в настоящее время до нас доведена только часть трансфертов из областного бюджета. Остальные поступят в течение финансового года после подписания соответствующих соглашений. И во-вторых, в 2011 году планируется передача учреждений здравоохранения на областной уровень. Соответственно, в доходах нет субвенций на содержание здравоохранения. Далее говорили о программе экономического развития города на ближайшие 3 года. Инвестиционная политика в этот период будет направлена на решение задач по строительству жилья, социально значимых объектов, а также дальнейший перевод жилого фонда на природный газ. Приоритетными направлениями деятельности будут продолжение строительства и реконструкции значимых объектов социально-коммунальной сферы, а именно продолжение работ по капитальному ремонту Курганского гидроузла, строительство второй нитки водовода, канализирование объектов восточной части города. В ближайшие годы акцент будут делать на строительство социальных учреждений. Уже запланированы новая поликлиника и детские сады в микрорайоне Заозерной. Особое внимание депутаты уделят благоустройству улиц. По их словам, расходы на это в бюджете 2011 заложены. Константин Пчаков, Марина Колпакова, Александр Менщиков, телекомпания «Регион 45».